Всем привет! Сегодня я буду готовить вот такой замечательный заливной пирог с мясом. Очень вкусный, сытный, и готовится он буквально считанные минуты. Сначала мы подготовим начинку. Фарш у меня уже готовый. К нему нужно будет добавить лук. Его можно либо натереть на терке, либо измельчить в блендере, или мелко-мелко нарезать. Если у вас будет домашний фарш, можно также в мясорубке перекрутить вместе с мясом. Добавляем соль, черный перчик. Это все по вкусу. Также можете добавить свои любимые приправы, которые подходят к мясу или к фаршу. Все хорошенько перемешиваем. По желанию вы можете еще что-то свое добавить. Фарш с луком — это такой базовый набор ингредиентов. Можно морковь или картошечку потереть. Готовим тесто. Разбиваем яйца. Добавляем соль и сахар. Все слегка взбиваем. Вливаем кефир и слегка перемешиваем. В муку добавляем соду. Просеиваем. Перемешиваем. Форму смазываем растительным маслом. Слегка присыпаем мукой. Выливаем примерно половину теста. Духовка к этому моменту должна быть прогрета до 180 градусов. И начинаем выкладывать фарш. Вот такими прям небольшими кусочками берем и раскладываем. Заливаем второй частью. И отправляем выпекаться. У меня это примерно минут 50. Ориентируйтесь на свою духовочку. Пирог готов. Даем ему немножко отдохнуть. Конечно, покажу в разрезе. Он у меня уже полностью остыл. Получается, он очень вкусный. Он очень сытный. Честно говоря, мне он чем-то напоминает такой большой сочный беляш, только другое тесто. Обязательно попробуйте, оцените сами. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.